Вот эти, которые сейчас сидят, так называемые эксперты и можновладцы, и на государственных посадах, на этих, как говорится, как эти куры на насестах, так это были двоечники, которые даже не имеют высшего образования. Основная их часть. Пить, курить и говорить, и нюхать белые порошки они начали одновременно в своей жизни, понимаешь? И они сегодня начинают рассказывать, ну кому они рассказывают? Карнавальному обществу, которая живет на уровне бытового сознания. Бытовое сознание человек помнит, который в нем живет 7 дней, рабочую неделю. И то, вот он уже, 5... и то уже не помнит. И то не помнит, да. Сейчас Чтобы не понедельник... помнит. Ну, смотрите, обстреляли Днепр, да? Ну, ужас, конечно, шок. Да. Слава богу, Да. никто не погиб, да, но 9 пострадавших. Сегодня привет, Кривой Рог. И, я, да. И вот как это цинично бы не звучало, настолько вот эта плотность событий высока, что уже... Сегодняшний вот этот жуткий обстрел, там есть погибшие, люди под завалами, их сейчас разбирают, ну, когда мы с вами беседуем, а его не вспомнят. Ну, вспомнят там на местах, да, жители соседней улицы, жители Кривого Рога, ну, там, той территории. А вот этот обстрел уже не вспомнят. Ровно тут точно так же и с другими обстрелами. А это называется уже переход к сознанию овец, стада, отары. Когда попадают прямо там, берут овцу или попадает в нее что-то, а другие, они не видят этого. Они кушают траву, они оправляют там свои надобности, все, совершают эти акты размножения, но они не в состоянии уже даже понять, что рядом происходит, когда их убивают таких же, как они, овец. Все. Вот это самое ужасное, что сегодня происходит в Украине.